Сегодня готовим ленивый хачапури. Берем растительное масло, соль, творог, яйцо, муку и твердый сыр. Посолите творог и перетрите вилкой, разбивая крупные комочки. Сыр натрите на мелкой терке. Затем большую часть добавьте в творог, оставив немного для подачи. Яйцо разбейте и аккуратно отделите желток от белка. Добавьте яичный белок в миску с творогом и сыром и хорошенько все перемешайте. Сыпьте муку и замешайте тесто. Выложите тесто на доску, а затем сформируйте из него шар. Подпылите тесто мукой и снова сформируйте из него лодочку с заостренными краями. Разогрейте сковороду и налейте в нее немного масла. Выложите лепешку на сковородку и сжарьте ее на огне чуть ниже среднего примерно 3 минуты с каждой стороны. Затем сформируйте небольшое отверстие для желтка. Посыпьте лепешку оставшимся тертым сыром. Затем накройте хачапури крышкой и дождитесь, пока сыр расплавится. Ленивый творожный хачапури готов! Приятного аппетита!